Всем большой привет, мои дорогие друзья! Я вас очень рада видеть на своем канале. Сегодня вместе с вами пойдем в светофор, посмотрим, какие здесь новинки, скидки, товары. Это город Курск, улица Карла Маркса. Всем приятного просмотра! Так, здесь у нас сразу предлагают к вниманию вот такую вот новогоднюю коллекцию, если можно сказать. Но из этого всего мы вроде как с вами уже видели. Давайте напомню, да, быстренько. Хлопушка есть в продаже, большая, легко ее будет использовать по назначению, повернуть необходимо в одну сторону. Смотрите, их разбирают потихонечку. Праздники-то близко. Пневмохлопушка 75 рублей. Китай. Набор елочных игрушек по 298 цвета в ассортименте. Знаете, я вам скажу, что качество хорошее. Смотрятся они замечательно. И размер. Диаметр 6 сантиметров. Так, 12 шаров в комплекте. Конечно, есть вот такие снеговики и Деды Морозы. Такого Деда Мороза я купила. Он, правда, поет песенку на английском языке. Но все равно шарик, так знаете, вокруг крутится. И приятное такое ощущение праздника. Такая новогодняя фигурка стоит 340 рублей. Есть такие вот гирлянды. Проволока. Теплый свет. Кстати, и холодный здесь есть. Вижу, в самом конце лежит. Значит, в ассортименте, смотрите, 10 метров длина, светодиодики, 172 рубля. Так, конечно, тут у нас гирлянды, бахрома есть и более такая стандартная. Так, уличное светодиодное украшение, 350 рублей, морозостойкое. И вот такая вот гирлянда у нас есть по 242 рубля. Вьюга, ну вот обычная, которая. Я такую, кстати, себе покупала. Хорошенькая. Так, еще, конечно, есть веточки. Вот она как обмотана здесь. 790 рублей. 270 сантиметров. 200 веток. Так, вот такую вот бахрому мы с вами тоже уже видели, светящуюся. Просто, видите, дублирует у нас по всем светофорам города. 136 рублей. Работает от батареи, которая в комплекте. И вот здесь еще есть дельфинчики у нас. В каком-то магазине даже есть и гусеницы, но пока мы с вами замечаем только дельфинов. А, еще есть акула. Они небольшие, но такие, знаете, замечательные. Стоят 594 рубля, 60 сантиметров. Так, рядышком у нас брикеты древесные, топливные, по 134. Здесь 10 килограмм, то есть одна упаковка 12 брикетов. Тяжелая, если что, имеете в виду, наверное, нужно забирать на каком-то транспорте, вручную не дотащишь особо. Перекись водорода сейчас можно здесь найти, 1 литр по 117 рублей. Я смотрю, что очень много всего для стирки. И стиральный порошок, смотрите, если смотреть вот ряд, который перед ним, жидкие средства для стирки, просто всего очень много. Что вам, пробежимся с вами, давайте. Зина есть по 242, 5 литров. Это все жидкий гель для стирки «Сафир» по 255. Рядышком гель для стирки взрослого и детского 242. И «Био-2» сейчас есть в продаже по 201 рублю. Еще я здесь заметила, есть капсулы. Но капсулы как-то 50 на 50 отзывы. Особо я не вижу, чтобы их хвалили. 250, получается 52 стирки, да? И стоит сколько? 508 рублей. По-моему, дороговато. Что скажете, друзья мои? Конечно, на упаковке все написано очень красиво. Поэтому присматривайтесь. Вот такой вот кондиционер для белья 124 рубля. 3 литра. Тоже достаточно большой. И 5-литровая канистра даже есть. Вот такой вот. Это так чисто торговая марка. 145 рублей. Еще один вариант кондиционера для белья. Жиденький такой он какой-то. 106 рублей. Из мебели здесь тоже кое-что есть. Смотрите, стоит стол компьютерный с боковыми полками для хранения. 1884 рубля он, да? Россия производитель. Поближе сейчас вам покажу размеры. Также есть у нас комод. Кстати, комод, смотрите, 2600 сейчас стоит. По-моему, стоил дороже. Так, рядышком у нас комод на 5 секций, который пластиковый, 1728. И из мебели здесь еще есть детская мебель, 850 рублей, столик и стульчик. И банкетка большая с местом для хранения, 1877 рублей.
Давайте теперь покажу вам размеры. Вот здесь вот размеры у нас банкетки 75 на 45 на 30 сантиметров. Высокопрочный велюр. Очень приятная. Еще и расцветки, смотрите, в ассортименте. В хорошем. Главное, чтобы по размеру, наверное, подошла. Так, комод, который на 5 секций пластиковый, 110 на 46 на 37. С роликовыми направляющими. Удобно все выдвигается. Если его заполнить вещами, трястись тоже не должен. Комод у нас 780 на 400 на 800. И если смотрим с вами стол, то 1134 на 493 на 1026. Еще из мебели сейчас мы с вами можем здесь заметить и купить табуреты по 438 рублей. Мягкая такая сидушка. Удобно, что она не велюровая, а просто, знаете, такая, которая протирается тряпочкой влажной и нагрузку выдерживает до 130 кг. И сидушки еще разного цвета. Серый, темно-коричневый и вот такой вот рыжий. Друзья мои, ну а сейчас с вами отвлечемся буквально на одну минутку. Я хочу вам показать свой новый заказ из магазина «Любимый Василек». Хочу вам напомнить, что это интернет-магазин с ивановским текстилем, прекрасного качества, огромным ассортиментом одежды женской, мужской и детской, и, конечно, товаров текстиля для дома. Ссылки на сам интернет-магазин «Любимый Василек», а также на их социальные сети я оставлю в описании под этим видео и приглашаю вас с удовольствием посетить этот магазин, потому что, несмотря на то, что выбор у них огромный, в этом магазине по карману каждому. Поэтому проходите, смотрите, радуйте себя и своих близких, ну а я хочу вам показать, что выбрала в этот раз я. С удовольствием всегда выбираю в подарок своим близким и родным постельное белье у «Любимого Василька». Я в нем уверена на 100% и постоянно покупаю для своего дома, для своих близких, конечно, тоже выбираю именно это постельное. Вот на этот раз в подарок выбрала вот такую вот расцветку. Это двухспальный комплект, 100% хлопок, это бязь. И вы, конечно, можете выбирать абсолютно любой размер. И также, конечно, ткань, материал. Там есть и поплин, и, в общем, глаза разбегаются, и сатин. Выбирайте, конечно, размеры тоже разные. Очень много детских комплектов, тоже очень красивые. В этот раз приглянулась мне вот такая вот сорочка, ну или домашняя туника. Она очень приятная по качеству. Знаете, цвет такой приятный. Конечно, принты абсолютно разные. Это уже ваш вкус, ваш цвет. Но за качество я точно могу ручаться, потому что качество просто обалденное. Это 100% хлопок. И знаете, сшито, конечно, идеально, как всегда. Еще очень мне понравилось вот такое вот элегантное черное платьице. Смотрится оно просто шикарно, конечно, за счет вот этих вот вставок. И на груди тоже такая красота. Размеры разные, ткань очень приятная. Есть вот такие интересные манжеты и рукава, знаете, немножечко сделаны тут фонариком в этой модели. Вообще платьев появилось очень много, глаза разбегаются. Выбирайте, конечно, что понравится вам. Но я в этот раз выбрала вот такое. Очень много ночных сорочек и разных халатиков. Вот я, например, выбрала вот такую вот сорочку. Знаете, она очень приятная. Здесь вискоза входит в состав на тонких бретелечках. И тоже решила заказать. Смотрится хорошо. Цвета в ассортименте и размеры, конечно, тоже. Ну и фасончик, длину тоже можете, конечно, выбирать. Ну а вот этот джемпер я уже надевала и могу вам сказать, что он просто классный, великолепно смотрится, в нем очень удобно и еще очень красивая и интересная модель. В общем, я довольна полностью, буду с удовольствием его носить. Конечно, здесь главная изюминка – это вот эти вот рукава, а не сеточкой, и вот этот вот вырез на груди. Здесь в составе есть лайкра, я вообще обожаю, когда есть лайкра. Очень приятная, комфортная, поэтому смотрите и заказывайте. Еще мне понравились брючки. Они, знаете, такого немного свободного кроя. И, конечно, здесь вся изюминка вот в этих вот лампасах. Могу вам сказать, что смотрится, конечно, здорово. И длина такая здесь интересная. Наверху они на резинке. Есть, конечно, кармашки. Кармашки полноценные. Ну и вот эти вот лампасы, конечно, идут по штанине, по каждой сбоку. Размеры тоже в ассортименте. Очень приятная ткань.
И еще мне понравились вот такие вот лосины. Знаете, они на первый взгляд такие черные, но, конечно, леопардовый такой принт немного виден. Кстати, на камере он прям виден даже больше, чем вживую. Так вот, если посмотреть, они просто немного переливаются. И, кстати, леггинсы утепленные. То есть вот осенью, зимой такие носить будет очень удобно. С любой туникой, с каким-то удлиненным свитером. Просто шикарно. Классные, могу вам сказать. И здесь наверху, конечно, резиночка. И ткань здесь, знаете, такая, как немного прорезиненная, что ли. Давайте посмотрим. Здесь есть лайкра и искусственная кожа. Входит в состав, за счет лайкры они, конечно, тянутся. В общем, выглядит интересно. Обязательно посетите этот магазин. Ну а ссылочки все в описании под видео. Здесь у нас художественный набор для деток. Набор для раскрашивания, рюкзак или сумочка. Сумка-шоппер. И, кстати, в наборе не только рюкзак, а сразу маркеры для раскрашивания. 372 рубля. Скоро Новый год, присматриваете уже подарки. Как-то это уже актуальненько. Вот она цена. Производитель Россия. Тут у нас стоит новинка. Торговая марка «Магия чистоты». 130 рублей. Жидкое мыло. Сразу 5 литров. А рядышком у нас есть жидкое мыло с дозатором. Ну, такая консистенция хорошая для мыла. И еще с разными ароматами. 1 литр. Еще в продаже есть ковры. Вот такой, например. 0,8 на 1,2. У него размер 1120 рублей. Рядышком коврики преддверные. Серого цвета и коричневого. Сзади они полностью прорезиненные. Такие, знаете, интересные. По 87 рублей. 40 на 60 сантиметров. Хорошие коврики. Так, еще, конечно, есть коврики Эва по 300 рублей. Тоже цвета в ассортименте. Хороший тут прям магазин. Много всего в продаже. Шторы рулонные 468, 50 на 160 сантиметров и есть 60 на 160 сантиметров. Цвета в ассортименте. Перчаточки сейчас есть в продаже, обливные вот такие вот. Они получаются по 108 рублей за 5 пар сразу. Здесь у нас еще одна новинка поступила в продажу, пряжа ручного вязания. 166 рублей. Получается состав 60% шерсть и 40% акрил. Приятная на ощупь. Кто у нас производитель? Город Новосибирск. 200 грамм, кстати. И смотрите, какие цвета. Я думаю, что рукодельница точно присмотрится. Я не знаю, как по цене, напишите, пожалуйста, дорого это или нормально. И если, может быть, покупали, тоже пишите, как вам качество, понравилось или не очень. Так, еще я заметила здесь, ну, понятно, есть вот такие вот обычные галошки по 150 рублей, садовые. Здесь уже, наверное, тоже не будет актуальна такая летняя обувь. Кроссовочки 496, а вот эти утепленные на меху кроссовки еще как будут актуальны и популярны, потому что они теплые, на меху выглядят вполне себе ничего. Давайте посмотрим на цену. 790 рублей. Размер с 36 по 45. Производитель Китай. Смотрю, что размерчики пока еще есть. Из одежды можно сейчас здесь найти хлопковые вот такие вот туники. Всего лишь по 210 рублей. Но, конечно, мало здесь их. Я имею в виду, что размерчик, если найдете свой, повезет. А так, конечно, приятная ткань, настоящий хлопок. Здесь тоже что-то по остаточкам. Брюки спортивные 150, ну вот трико, которые дома носить можно, да. И еще толстовка по 150 рублей, тоже детская. Тоже в остаточках все. Так, зато я заметила, что здесь есть полотенца. Полотенца очень приятные, и мне еще понравились эти цвета. Цвет прям классный, серый, бежевый. Давайте посмотрим с вами на цену. 50 на 80, 143 рубля. Хорошее качество, Узбекистан, служит хорошо и долго. Так, а что вот это у нас такое? Что-то из новиночек. А, это футболка Поло. Мужская, однотонная. Тоже такая хлопковая, но, знаете, я могу сказать, что плотненький хлопок. Розовая. Так, белая, черная, зеленая. В общем, тоже они в хорошем ассортименте.
по 447 рублей. И я так полагаю, что размерчики тоже есть, потому что их много. Так, рядышком у нас лежит вот такая вот двусторонняя клеенка, или как ее назвать, скатерть, термосалфетка, 59 рублей. Размер 60 на 100 сантиметров. Хорошо, что они не в рулоне, не помятые сразу. Так, тут у нас самоклеящиеся обои. Цвет, правда, вижу один, такой светлый самый, белый, я бы даже сказала. Китай-производитель по 358 рублей. 280 на 50, это размер их. Далее, мыло детское, натуральное. Вот такой вот кусочек, без красителей, конечно. 200 грамм, 32 рубля. Хозяйственное мыло 72% натуральное по 16 рублей. Так, с вами идем дальше. Такое мы с вами уже видели. 4 кусочка сразу, 60 рублей, тоже выгодная цена. Ванное мыло по 28. Так, вот здесь вижу новиночку, которую с вами еще не видели. Сразу на цену смотрим, 255 рублей. Это у нас женская бритва Top Beauty. И 19 сменных кассет с ней. Отзывы пока вам не скажу, не писали мне еще девчонки, но у нас таких и не было, я их не показывала в обзоре. Если покупали, знаете, что уже сказать, пишите обязательно. Конечно, есть зубная паста Pro Miss, как-то она всегда у нас в продаже, по 40 рублей. И сейчас еще здесь есть набор зубных щеток, 5 штук. Все разноцветные, 38 рублей. Тепловентилятор 736 рублей. Думаю, что для кого-нибудь можно, может быть, будет актуален, потому что холода настали. Максимальная мощность 2000 Вт, два температурных режима, защита от перегрева и площадь обогрева в нем 25 квадратных метров. Так, друзья мои, игровой набор, клавиатура, мышь, гарнитура и коврик 1287 рублей. Тоже думаю, что актуально может быть, потому что впереди новогодние праздники, можно кого-то порадовать таким набором. Так, далее у нас интересный вот такой вот светильник, который можно закрепить, например, в ванной комнате, да? Здесь у нас 4 LED-лампы, нейтральный белый свет будет и работает от батареек и даже USB-кабеля, представляете? Вот выглядит каким образом он. Кнопочка посерединке. В принципе, небольшой, и стоит здесь такой 320 рублей. Рядышком цена 550 у нас на светодиодный настольный светильник. Тоже, думаю, актуально будет и для школьника, и для любого, наверное, и взрослого на стол поставить. Симпатичный и недорогой, сенсорное включение. И здесь у нас срок службы светодиодов 30 тысяч часов. То есть все регулируется. Ой, наверное, этот сломанный. Все они в белом цвете. Я хотела еще посмотреть световой поток 850 люменов. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет продолжение, поэтому, кому интересно, подписывайтесь. И прощаюсь с вами, до новых встреч. Всем пока!